course you understand they're just kidding you. They found us under the bridge. And it's much better here than under the bridge. So thank you for inviting us. Спасибо. Сын плотника, пароль начало начало. Логин, сын плотника, пароль начало начало. Пока до нас уже тебе не нужен причал. 40 лет в пустыне, горечи песка не отмыть. 40 лет в пустыне, горечи песка не отмыть. Мучаться жаждой ты всегда любил больше, чем пить. Пока глаза закрыты, что небо, что земля один цвет. Глаза закрыты, что небо, что земля, один цвет. Я не знаю, в кого ты стреляешь, кроме Бога здесь никого нет. Ты дуй за сыном плотника, ломись к началу начал. Дуй за сыном плотника, жги резину к началу начал. Когда ты будешь тонуть, ты поймешь, зачем был нужен причал. Самая правильная реакция сзади. Тем, кто танцует, наш привет.
Я знаю твои корабли. С тобой легко, с тобой не нужно касаться земли. Все, что я знал, все, чего я хотел, как это, когда мотылек взлетел. Те, кто знает, о чем я, те навсегда одни. Замечаете, что мы выбираем самые трансперсональные песни. И сразу должен предупредить, что «Город золотой» мне не спеть. Так что, когда вы захотите его услышать, пойте сами. Песня слишком хороша для нас. И если у вас возникнет желание вдруг задать нам какие-то вопросы, можете их написать на бумажечках и прислать. И мы в середине концерта на них ответим. Хотя я не представляю себе, что, о чем нас можно спрашивать. Нет, что-нибудь веселенькое лучше. А то мы вас введем в уныние, и вы уже... Я уезжаю в деревню. Да? Поздравляю. Хорошая песня. Знаю, но мы ее не пели лет 30. С тех пор. Проснулся от того, что надо мной летит птица. Могла бы голоситься ложь. Мы живем так, как будто ничего не случится. И вдруг архангел свистнул, а значит, вынь да положь. Нам били в голову, что даже на солнце есть пятна. И с каждым ходом северный полюс южней. Но Господь создал мир от того, что ему было приятно. А если что-то не так, всегда есть северо из-под камней.
у Зимогоров Бог два крыла, в стальной двери дрожит стрела. Не спрашивай меня, как дела, я не смотрю вниз. Хоть бросай меня каменем, мы идем под знаменем, туда, где горит синим пламенем любой кризис. Не оскорбляла подошва, и каждый айфон стирает все, что я знал. А в окна и двери стучатся те, кого видеть тошно. Я говорю им, пардон, друзья, но кажется, я вас не звал. У Зимогоров Бог два крыла, в стальной двери горит стрела. Не спрашивай меня, как дела, я не смотрю. Бросай меня каменем, мы идем под знаменем того, что горит синим пламенем любой кризис. Как будто это шарада, и каждая нота, как будто бы она ни о чем. Но я пою, и если ты слышишь, что это награда, когда слова будут двери, музыка станет ключом. У Зимогоров Бог два крыла, в стальной двери торчит стрела. Не спрашивай меня, как дела, я не смотрю вниз. Хоть бросай меня каменем, мы идем под знаменем того, что горит синим пламенем любой кризис. Сутки пол, из кухонных кранов бьет веселящий газ. Пенсионеры в трамваях говорят о звездной войне. Держи меня, будь со мной, храни меня, пока не начался джаз. Прощайте, друзья, переставим часы на час. В городе новые стены, но чистый снег. Мы выпускаем птиц, это кончился век. Держи меня, будь со мной, храни меня, пока не начался джаз. Но
ночью так много правил, но скоро рассвет. О, сплетение ветвей, крылья, хранящие нас. Мы продолжаем петь, не заметив, что нас уже нет. Держи меня, будь со мной, храни меня, пока не начался джаз. Достаточно ли это духовно? Но попробуем сейчас поднять градус духовности. Молитва. Да, глубже и духовно. И чаще.
Но ты печально стоишь на своих каблуках. Лучше бы ты, как тигрица на джипе с подлетной базукой в руках, в жутких тропических зарослях ельника с древней молитвою поисе пчельника. Что ты рыдаешь, размазав паленую тушь? Лучше б ты пересекала в собачьей упряжке плато Гиндукуш или б тихо мурлыкала про Москву и Сокольники, выбивая с шаманами в золотом треугольнике. Слушай, сестра, брось присмыкаться в юдоле, скажи прощай концепции бабьей доли, как молвил Паисий, иные грядут времена, когда муж превратится в орнамент, и всем будет править жена. Старцам открыта книга будущих дней. Старец он слышит ушами, сердце молчание древних корней. Так что начни сейчас, не жди понедельника. Правь этим миром по слову Паисия пчельника. Правь этим миром по слову Паисия пчельника. Специально для вас мы для этой песни подготовили продолжение уже к сегодняшнему дню. Баню он обидел девочку Маню.
победа сойдет ему с рук. Но вот его тело нанизано на крюк. Ты можешь быть чиновником губернского масштаба, но нить твоей жизни держит твой папа. Совсем не голубой баба. Многие считают, что они твои друзья, но никто из них не знает, когда грянет выстрел из висящего на стенке ружья. Thank you.
но знаю судьбу свою. Вот она ждет одна, та, которую я люблю. Спасибо. Сейчас еще песня, и попробуем ответить. Называют ее вином.
многих птиц. Просто некоторые старятся раньше, чем успевают начать взрослеть. Я не знаю, откуда я, не знаю, куда я иду. Когда при мне говорят, все будет хорошо, я не знаю, что они имеют в виду. Если б мир был путнее в тысячу раз, он не смог бы тебя прочесть. Но мне все равно, я люблю тебя в точности такой, как ты Оксимирон и слава КПСС. Это фигня или за этим будущее? Знаете, ни то, ни другое. Это замечательные ребята, которые сегодня делают то, что они считают нужно делать, а через 10 лет будут делать что-то совсем другое. По счастью, моды меняются, а необходимость в песнях и молитвах, и мантрах остается. Так что можно быть спокойным. Neither the first, neither the second. So there are still
still the necessity in the songs and the mantras and the prayers stays forever. Замечательный вопрос, а вы светлый или темный? There is a nice question, are you dark or are you light? А вы попробуйте. Это зависит от ваших светофильтров. Каким я вам кажусь, такой я есть. Когда на концерте вы говорите «спасибо, любимые», очень легко и приятно принимать это на свой счет. Спасибо. А кого вам трудно любить? When at the concert you are saying thank you, my love, it's rather easy to take it to your own account. That's nice, thank you. But whom you are difficult to love? Look, я чуть-чуть переформулирую вопрос. Чтобы было понятнее, о чем я говорю. Каждый раз, когда делаешь что-то хорошее, ну, кажется, что... Ну, все, я уже сделал что-то хорошее, ну, давайте, наконец, как-то на награду какую-то за это, да? Но все ведь устроено совсем не так. Когда ты сдаешь экзамен, ты переходишь в другой класс. Ты попадаешь на другой уровень. И там спрос более жесткий. Потому что суть не в том, чтобы человек получил награду за то, что он делает. То, что он делает, уже само по себе награда. И когда ты кого-то любишь, это уже награда. Это не может быть трудно и легко. Это всегда трудно. Но чем труднее, тем выше уровень, на котором ты находишься. Знаете, говорят, что... Я не знаю, правда это или нет, я читал про это. Что когда святому Сергию было видение Божьей Матери, все знают, что оно было. Но как-то мало принято писать о том, что его келейник, да, рассказывал кому-то, что потом у него неделю была депрессия после этого. Так что там, где свет, там и тьма. Поэтому любить... Это само по себе награда. А трудно и легко, это уже абсолютно не важно. Love is the word in itself. Whether it's easy or difficult, who knows? Существует точка зрения, что вы просветленный, как Будда. Или Бодхидхарма. Правда ли это? Что вы при этом чувствуете? Отвечу на оба вопроса. Когда мне в руки попала первая книжка про зен-буддизм, уж не помню, кто это был, Судзуки, не Судзуки, или там Флэш, зен-боунс, вот это, зен-флэш, зен-боунс. То с человеком, который мне эту книжку дал почитать, мы, помню, сидели как-то вечером, летом на скамеечке, и всерьез обсуждали, мы уже просветленные или еще нет. Думаю, что с тех пор я на эту тему думать перестал. Но есть одна очень хорошая история. Наверняка вы все ее знаете, но я ее повторю еще раз, она уж больно, она хороша. Какой-то монах жил, судя по всему, в Японии, на какой-то одинокой горе, высоко. И все никак не мог просветлиться, все его... Вот почти, чуть-чуть, вот... Нет, никак не получается. И в конце концов, бодхисаттвы на каком-то там одном из небес решили, ну чуваку помочь надо, ну, неудобно уже как-то, жалко. И кто-то из бодхисаттв действительно принял человеческий облик, старичка какого-то, и спустился к нему, думаю, ну, надо помочь. И этот монах, он что-то спустился по каким-то делам вниз и поднимается наверх,
и видит, что с того места, где он живет, спускается какой-то старик с вязанкой дров. И он понимает, что там никого не может быть, потому что там живет только он один. И до него доходит, что, наверное, это все-таки чудесное какое-то явление. И он тогда говорит: слушай, стой. Раз уж вы пришли мне помогать, то просто объясни мне на понятном мне языке, что такое просветление, что такое быть просветленным. А бодхисаттва, принявший образ старика, посмотрел на него, скинул вязанку дров с плеч и стоит. До монаха дошло. Я говорю: так, все понятно, все, спасибо. Все свободны. А что теперь делать? Тогда бодхисаттва взял эту вязанку дров, взвалил на плечи и пошел вниз. Вот это по поводу того, что чувствует просветленный. Да ни хрена они не чувствуют. Но при этом. Вопрос: как вы относитесь к Невзорову? Я отвечу совсем не так, как вы думаете, потому что я боюсь, что я, к счастью или к сожалению, никогда не видел ни одной его передачи, и когда он был в моде, и когда он вышел из моды, я его не видел, но интересный человек. Но я его помню, к сожалению, когда он был в третьем или четвертом отряде пионерлагеря ВТО, вот таким маленьким мальчиком, ангелочком абсолютным. Его любили все воспитательницы, все няньки, все старушки, все медсестры. И обожали его, просто обожали. Я думаю, что тогда вот его развратили очень серьезно. А все остальное — это уже последствия. Дорогой Борис Борисович, мои знакомые из Московского католического собора хотели бы пригласить группу «Аквариум» сыграть в сопровождении большого органа. У них уже имеется опыт исполнения рок-музыки на органе. Ну, мы, правда, не рок-музыка, но ладно. Как вы смотрите на это? Смотрю с большим интересом, я люблю органы. Так что со мной связаться через Facebook элементарно просто. Буду ждать сообщений. Сразу три вопроса. Зачем нужна смерть? Сразу приходится вспоминать Катху Упанишаду. Вообще смерть нужна для того, чтобы не было перенаселения. А то не было бы смерти, мы бы были как сельди в бочке, не двинуться не могли бы. Поэтому природа старательно заботится о том, чтобы смерть была. Но говорят, что это не является такой уж необходимостью. Что значит высоконравственный человек? Ну, вы знаете, я расскажу вам одну притчу, не притчу. Один знакомый многие, наверное, знают Путапарти.
Или уже нет? В общем, в одном маленьком индийском городке, который весь вырос вокруг ашрама Саибабы, в магазине работал человек, которого его учитель послал после там 15 лет в Гималаях, в пещере, послал торговать, суфий. Говорит, ты торгуешь, чтобы твой бизнес был успешным. И мы с ним подружились, замечательный человек. Он сейчас опять стал просто учителем в Кашмире, насколько я знаю. И он однажды очень хорошо сказал, чем выше человек в своем развитии, тем ближе он к Аллаху. Чем он ближе к Аллаху, тем меньше он берет, тем больше он отдает. По самой простой причине. Аллаху ничего не нужно. Он и так есть все. У него и так есть все. Чем выше человек, тем больше он дает, тем меньше он берет. Чем ниже человек, тем больше он берет, тем меньше он отдает. И, в общем, вот по поводу нравственности. Я не знаю, есть ли нравственность, но понятно, что в какой-то момент человек, набрав уже все, уже начинает отдавать, потому что уже в гроб со всем, что ты набрал, не полезешь, не поместится. Знаете, говорят, что Александра Македонского хоронили так, что в гробу были прорезаны дырки, и ладони торчали наружу, чтобы все видели, что он с собой ничего не берет. Наверное, это и есть вопросы по поводу смерти и нравственности. Вот все здесь. А третье, что происходит после смерти? Но вот об этом уже читайте Катха Упанишадам. Там бог Яма значительно яснее, чем я, разъясняет. Так, если мы о духовном закончили, то мы еще несколько песен споем. Или есть еще вопросы? Если есть, давайте. Вы можете и ртом. Нет? No. From your place, if you have any questions. А то мои любимые там сзади застоялись. Maybe some more songs. У даосов нет вопросов. О! Что сажа вела глубоко в джунглях. Пьют так, как пьют, потому что иначе ничего не понять. Но достаточно бросить спичку, и огня будет уже не и каждый день был океанской волной. Тарелки не влетали в окно. Все мои слова оставались со мной. Я сказал, стоп! Вот мое тело, вот моя голова. И вот то, что мне есть, пока я жив. Я хочу видеть мир, о котором невозможно прочесть здесь жив. С лекарством в чистой руке или священника, с которым я смогу говорить на одном языке. Я хочу видеть небо, настоящее небо, от которого это только малая часть.
возвращаюсь сюда. Здесь есть куда взлететь, есть куда попасть. Сказал Максим Горький, Клеопатре, когда они сходили с ума. Если ты хочешь сохранить своих синицев книгой на нашем углу, мы знаем, что главное в жизни – это дать много света, если стало темно кому-то в разносит волк. Ему пофигу любые слова, но как мне взять, если это в крови? Пока мы пишем на денежных знаках, нет смысла писать о любви и сюда в жизнь. Когда я кончу дела глубоко в джунглях, где каждый знает, что сажа бела, глубоко в джунглях. Пьют так, как пьют, потому что все равно ничего не понять, но достаточно бросить спичку, я не буду никогда не унимать. Моих рук весь новая улыбка.
жил, не пропустив ни дня. Но каждый день проходит словно дважды, а я все пью и мучаюсь от жажды. А гости здесь и смотрят на меня. Гончик. Спасибо. Гончик, скрипку убери у меня из монитора. Идут на юг, и как боги глядят на восток. Я видел в небе стальные ветра, зарыл свои стрелы в песок. Я был бы рад остаться здесь, но твои, как всегда, правы. Так не плачь обо мне, когда я уйду стучаться в двери травы. Дает мне свой сладкий чай, но отвечает всегда другом. А отец считает свои ордена и считает меня врагом. В доме твоем слишком мало дверей, и все зеркала кривы. Так не плачь обо мне, когда я уйду стучаться в двери травы. Глаз, что смотрят ко мне в окно. И ты прекрасна, как день, но мне надоело обращаться к тебе на вы. Так не плачь обо мне, когда я уйду стучаться в двери травы.
станет севером, а янтарь станет медь. Когда-нибудь на улицах начнут учить тебя петь. Когда идешь 160, а перед тобой стена. Это не в счет, там, где взойдет луна. Кому-то вода питье, а кому-то царская честь. Но каждый видит лишь то, что в нем уже есть. Хороший вор даже в раю найдет, что украсть. Когда ты дала мне руку, я не знал, лететь мне, лететь или упасть. Сегодня.
спасибо. Андрей Сиротинов, Алексей Зубарев. Удачи вам в вашем нелегком трансперсональном труде.